Андрей Болотов на фронте 42-го года, участник форсирования Днепра. В 43-м году рота во главе с Болотовым ворвалась в траншею противника и в схватке уничтожила 50 вражеских солдат. После этого стала возможна переправа через Днепр остальных частей полка. В октябре рота вела бои по удержанию плацдарма на правом берегу реки. В ходе боев отбили 19 контратак. Отражая крупное наступление, Андрей Болотов сам перешел в атаку, ворвался в село Глушец и освободил его, захватив немцев в плен, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза.